Доброго времени суток! Я приветствую всех друзей и гостей моего канала. Меня зовут Марина, и я готовлю простые и вкусные блюда из недорогих продуктов. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. За добрые комментарии! Большое спасибо! Сегодня будем готовить утку, начиненную рисом, и печеночка, пупочек и морковочка с чесноком. Для приготовления нам нужно будет уточка. У нас вот такая домашняя уточка. Мы ее отварили до полуготовности. Рис тоже отварили до полуготовности. Морковочка свежая. Немножко чесночка. Пупочки. Желудочки, как говорят правильно. Желудочки нарезала тоже. И печеночку натерла. Сейчас мы это смешаем все. Посолим, поперчим и будем начинять утку. К рису добавляем морковь с чесночком. Добавляем немножко печеночки. И желудочков. Все это солим и печем по вкусу. И перчик. Все хорошенько перемешаем. И будем начинать сейчас утку. Мы нальем еще один половничек бульона, в котором варилась эта уточка.